Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и мы отправляемся на поиски Карин. Так, собственно, не знаю, что он там, какую даль спряталась, что он там забыла вообще. Вот, ну, вроде как всех обычных таких боссов, да, мировых, с которых нам нужно было какие-либо ингредиенты добыть, мы убили. Осталось только так по мелочи посмотреть, чё почём. Сейчас я попробую, конечно, съеврейничать, если получится. Я направляюсь строго направо, чтобы сократить расстояние до города, который нам нужен. Очень заманчиво, конечно, мне воспользоваться радио, но, блин, не знаю. А, хотя, наверное, можно как сделать. Я сделаю быстро сейв, юзну радио, и мы, собственно, посмотрим. ТП-хнет мне туда, куда мне надо, или нет. Если нет, то полетим дальше. Если ТП-хнет, то зашибись. Мы, считай, сэкономили себе кучу времени и всего прочего. Плюс нервов. Тому как меньше лететь, меньше смотреть вот эту загрузку экрана. Меньше приключений на свою пятую точку. Тем более, что корабль-то, в принципе, у меня, конечно, неплохой, но я не тешу себе иллюзии, что он самый лучший. Все равно оставляет желать лучшего. По-моему, вообще не бывает идеального. Что не делай, все время захочется переделать. Были бы у меня побольше ресурсы в закромах, я, возможно, бы сделал потолще. Прям такой в 5 кубиков, наверное, толщиной стенок. Вот. Но, с другой стороны, опять же, он будет очень тяжелый. Это означает, что нужно больше пропеллеров. Ставите, если больше пропеллеров, то нужно больше и мощнее двигатели. В общем, такая цепочка бесконечная. Иными словами, лучше на его нафиг не париться. Тутти-потти, кто-то в меня стреляет уже. Кто там в меня стреляет? Текс, давай полный вниз. Оу. Так, сеймся. И, как я говорил, пробуем выживать. Не знаю, куда мне тпхнет. Надеюсь, что туда, куда мне надо. Сейчас посмотрим. Ха-ха-ха, я так и знал. Нас тпхнуло на верхнюю часть. Вообще не удивлен, если честно. Такая фигня всегда бывает, особенно когда по квесту надо. Игра как бы нам лишний раз намекает на то, что типа ты не оборзел тут. Короткие пути собрался найти. Нет уж, братишка. Будь добр, пострадай маленько. Самую маленькую чайную ложечку страданий. Как сыпанет нам в чай. И все, и привет. Однако. Вау, шумит. Шумелка. Шумелочка шумит. Тихо, тихо, тихо. Кто там, кто там? О, точно, это те типы, которых я хотел это прессануть. Сейчас мы им устроим это катаклизм. Катаклизм на барабане. Вы немножечко приехали, граждане, бандиты. Вот черт, а. Залетел все-таки в меня. Пожар. Отлично, я потушил их. Тикс. Окей. Бедняги. Жаль, конечно, их полноценно не пробил. Только так. На пузо заставил сесть. Ну, что поделать. Зато ребятишкам весело. Летать они уже не могут.
На меня не в обиде. Я же в открытую по ним огонь как бы не вел. Я просто упал на них. С кем не бывает. Вот и все. Однако. Вау-вау-вау-вау-вау! Какие люди в Голливуде! Конечно, конечно, мы с вами подружимся. Вот так. Сейчас вы рванете маленько. Пока, неудачники. Текс. Вау. Они пытаются еще сесть. Ну, они отчаянные типы, что могу еще сказать. Очень отчаянные. Я их, считай, посадил. Они приехали. Дальше мне куда ехать. Я надеюсь, что им очень понравилось. Мне, по крайней мере, очень понравилось тиранить несчастных. Окей. Тикс. Чё там? Все, последний сектор. И мы на месте. Сейчас будем других тиранить. Пум-пур-па-па-па-пум. Тихо-тихо. Паркуемся. Такс. Готово. Берем пулемет на всякий случай. Или бур. Сейчас посмотрим. Где там Карин тусует? Она наверняка у этого бандитов там в загажнике, скорее всего, находится. Ух ты ж, ёперный театр. А там что, оказывается, не был, что ли? Что я нашел? Загажник. Странно, по-моему, в этом загажнике я был. Чё это он восстановился вдруг? Так. Оу. Еще что-то новенькое. Давай кадырку сделаем. Прямо здесь и сейчас. Так, парни, где Карин? Не врите мне, что вы не знаете. Что-то мне не нравится их молчание. Так. Так, засранец не хочет мне говорить, где она. Говёндыш. Так, придется идти потихоньку. Тудым-сюдым. Научить его, что ли, вежливости? Прощай, мужик. Умри немножечко. Ну, типы, где вы ее прячете, покажите. Покажись, бякушка. Надо барыгу маленько это сполоснуть свежестью. Пока. Так. Ты тоже, да, не хочешь мне сказать, где она? Интересно.
кто это у нас тут прячется? Нет. Ты немножечко не так его ищу. Ты тоже нет. Ты тоже не знаешь, типа, якобы, да? Как кого не спроси, так никто ничего не знает. Никто ничего не видел. А вы что видели? Я понял, что ты наглый тип. По самой не балуйся. Что мне расскажешь интересного? Нет? Ничего. Ну, смотри мне. Интересно, главное, никого здесь нет. Кто типа, мол, ее не видел. Попахивает враньем. Наглым и неприкрытым. Прям никто не видел. Странно. Это очень странно. Кажется, там у босса надо посмотреть, что в его кабинете всякое есть зашкиренное, я уверен. Пришлось ее немножко убить, она была бешеной. Ты тоже не могу умри, иди сюда, я пробурю тебя чуточку. Ковнюки. Всяко знаешь, где она, просто молчишь. Поэтому смерть. Тоже знаешь, иди сюда. Я знаю, что они все молчат о правде. Иди отсюда. Умри. Я надеюсь, ей было приятно разбиться. Тоже умрешь. О, типы появились, не было. По-моему, вон Карин стоит. Чел, ты кто? Когда умри? Карин, это ты? Вроде да. Я могу ошибаться. Да, это она. Так. Что такое? Подожди. Что такое? Да ты что? Ты не шпион? Ну да ладно. Ты должен мне верить. Хм. Угу. Информацию нашла, есть что? Ага, искал Норрелл информацию, и стража ее схватила. И она вот улизнула сюда. Так, планы короля. Он искал Magnum Opus годами. Угу. Зашибись, и мы ему помогли. Magnum Opus очень опасен. Так. Энергетическое ядро планеты. Для активации требуется. Нифига себе. Он хочет уничтожить целую планету? Етить колотить, он уже это сделал. Уровень вони поднялся. Остановите короля. Зашибись. Он решил всех убить, что ли, затравить? В принципе, тот, кто не умер, сейчас умрет. Я имею в виду, кто не умер от моей руки. Парни, держитесь. Держитесь, я вас убью. Я не дам вас в обиду. Вы должны умереть от моей руки. Шутка. Я знаю, что черная, но что поделать. Мужик. Прости, но у меня для тебя нету маски. Я же говорил, вы все умрете.
Парни, у вас еще есть кислород? Я тогда иду к вам. Я срочно должен сделать вам вентиляцию, вы должны вдохнуть эту прелесть. Этот ништяк, я думаю, вам понравится. Сейчас, погоди, мужик, сейчас. Сейчас сломаю. Вкуси эту прелесть. А я предупреждал, я бы убил быстрее. Этот не может умереть. Это наш старый добрый друг, который готов нам прийти на помощь и починить наш корабль. Закрываем. Такс. Ошибись. Ага, слои смешались. Не знаю, как в верхних слоях что творится. По-по-по-по-по. Так, раз, два, три, четыре. Ого! К ядру надо. А я тут высчитываю. Ну, единственное, можно посмотреть в других городах, что творится. Но, скорее всего, такая же фигня. Ядро объединилось. Погнали, замесим говнюка. Научим его родину любить. Такс. Вот так всегда, блин. Нагло используют. Вводят в заблуждение. Кстати, интересно, типчики эти задохнутся, нет? Сейчас же здесь теперь вонь. Засейвились для прикола. Поугарать. Пойду им открою это, вентиляцию, чтобы им ништяка хватануть было можно. Здорово, парни. Как оно? Ништяк глотаете? Согласен, ништяк вообще супер. Но один уже он сдох. Остались, наверное, типы, которые в этих прячутся. В пушках. Да ты отчаянный, я смотрю. Ой, я из пулемета фигачу, извиняюсь. Я крайне дико извиняюсь. Пока! Я надеюсь, они не в обиде на меня. Я просто немножечко поугарал с ними. Так сказать, потанцевал. Пока. Хе, я представляю, как сейчас себя чувствуют эти ложки на таком слабом, легком кораблике, когда там один шар, три вентилятора, и они вдвоем там. Обалдеть. Представляю, каково им сейчас там. Ништяки ловить. Вот еще не такие же. Здорово, парни. Дышим, дышим. Че, я не виноват, вы сами задыхаетесь. Дай открою. Вдохни полной грудью, братан. Ты думал? Так просто, что ли, все будет? Не. Вот так вот. Все, погибли. Кстати, не боевой корабль был. В целом. Ничего страшного у них нет. Что было вообще ништяк, делаем такую фишку. Берем булку. Ай! Ну, это как бы было не запланировано. Не ожидал. Однако. Такого исхода. Ну, ладно. Я не думал, что так быстро уничтожу его. Что не задетонирую. Так, вот эти ребята. Так, что если маленько помочь им?
Да, ребят, как насчет того, чтобы не пацанам помочь отмучиться. Бедные мучаются. Все, пацаны, пока. Сейчас будет взрыв, будет мощно. Все. Пока, неудачники. Так, я маленько забыл закрыть дверь. Сейчас Вони сюда найдет. Все, пошли рушить. Все, что можно и нельзя. Можно, кстати, попроведать. Как вы там, пацаны? Оу, весь корабль детонировал. Обалдеть, бедняги. Прощайте. Я надеюсь, вы не в обиде на меня. Я ж так слегонца пошутил маленько. Ну, с кем не бывает. Просто чуть-чуть пошутканул разок-другой. Разломал пол корабля. Бывает. Со всеми такое бывает. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пум. Чё, тут никого, что ли? Желающих поумирать нету? Самое интересное, что-то даже ни одного этого кита не видно. Я не знаю, что творится в верхних слоях. Так. Сейчас, наверное, сделаем сейф. Новый сейф. Я назову его... Газ. Вот. Так, контрольный сейф на всякий пожарный. Если вдруг какая ошибка системная вылетит, такое может быть. Мы будем немножечко защищены от этой неприятности. Тикс. Что-то реально пока никого не видно, не слышно. Я бы даже сказал, как-то странно. Ни бандитов, никого. Эти он летают, им ничего. Города. Небольшие города. Вот тебе и на. Вот это нака. А, да нака. Братишки. Братишка. Я твой корабль разломать хочу. Прощайте, типы. По-моему, они приземлились. Оу. Мощно. Мощно грохнулись. Шансов выжить нет. Абсолютно. Тихо-тихо, еще одни появились. Агры нет. Это тема, это мои любимые ребятки. Барыги. Здорово, барыги. Чё, как она? Сейчас будет ништяк. Я думаю, вам понравится. Всё, приехали. Приплыли. Да, жестко вам без маски, однако. Что поделать? Жизнь вообще суровая штука. Вот, кстати, о суровой штуке. Я переднюю не закрыл дверь. Сейчас у меня у самого тут ништяк внутри. Так, нельзя. Оп, все, ништяк. Летим дальше. А то, главное, сам себе-то тоже не закрыл дверь. Напустил газа подышать. Чтоб немножко кайфануть. Какие-то они однотипные, если честно, эти ребятки. Вообще ничего, никакого удовольствия. Где бандиты? Чтобы так бац и все, чтобы бандит упал, там, корчился в муках. То этих несчастных торгашей как-то неинтересно уже гнобить. Вообще не кайфово. Однако. Ну ладно, посмотрим.
Оу, парни, привет. Привет, парни. Давайте вы это туда, короче, левее. Давай быстрее, левее. Не слушается меня, не хочет левее. А я говорю левее. Пока, чуваки, благодарите меня. Это было бесплатно. Пум-пуру-пум-пум-пум-пум. Опасно летать и ядовитым газом дышать. Все никак не могут понять. Тихо-тихо. Кто? Судя по всему, агры. Здесь обычно всегда агры обитают в основном. Так. Тихо, дверь. А, нет, это эти добытчики. Пока, чуваки. Мне кажется, в этот раз вы никуда не приземлитесь. Хотя, может, конечно, им и повезет, они куда-нибудь приземлятся, но не знаю. Надеюсь, что нет. Полетели. Полетели дальше. Еще какие-то типы заспаунились, нафиг на них. Скорее всего, барыги, я что-то агрессивных вообще не вижу. Одни в основном нейтральные. Их даже как-то уже неинтересно гнобить, если честно. Вай, сейчас что будет? Вай, что будет? Сейчас во время сейва. Фух, успели. Не, ну реально так неинтересно. Пока. Не благодарите меня. Это было бесплатно. Пум-п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 ум. Я починю сейчас себе кораблик. И полечу дальше. А ребяткам и так уже хорошо. Они уже надышались ништяков. Кайфуют. Вовсю. Кстати, а кайфули. Кайфуль. Так, раз. Сектор 2. В третий сектор не заходим, спускаемся плавно вниз, а потом только входим. Иначе я рискую нарваться на большой-большой огненный шар, который разорвет мою лоханку к чертям на мелкие кусочки. И все. Этот вот еще мы слой пролетаем. Он, кстати, уже считается, я смотрю, нижним слоем. Текс, отлично. Что может быть лучше? И стоямбо. Быра сейф. В этот случай мало ли что произойдет. Дело в том, что эта вонь никак не влияет на кракенов. Они здесь живут и дышат этим. Поэтому надо быть очень-очень осторожным. Вай, кого я вижу, господи, какое счастье. Это бякушки. Посмотрите, бякушки. Гнобим бякушек, гнобим, давай. Давай. О, да. Давай, рискни здоровье. Что такое бякушки, мои маленькие? Целостность потерял. Будьте, господи. Ужас-то какой. А теперь, парни, подышите ништяком. Куда полетел? Ах, вот сволочи, на них маски. Чё творят, а? Не хотите, чтобы я вас маленечко разломал? Так не бывает.
готово. Вот, теперь можно подчиниться и задавить несчастных. Броня вообще идеально себя держит. Я думаю, реально было бы 5 слоев адамантия, и, наверное, я бы тут любого мог просто тупо кораблем задавить и все. Считай, ничего не надо. Какой смелый парень. Ой, а куда твоя лоханка делась, пока я чинился? Что такое? Кажись, их лоханка маленько упала куда-то. Сейчас починимся. Немножечко упали. С кем не бывает. Покрутим вот так, повертим туда-сюда. Мало ли где-то что-то. Вот, вот, например, двигатель пропущен оказался, а я не знал. Так, идеально. Нам, в принципе, как раз-таки только вниз осталось. Поехали! По чуть-чуть. Крякин. Маленький Крякин. О, еще Крякин. Ребят, я надеюсь, вы не обидитесь, если вы... Я сейчас маленечко с Крякином потанцую. Надо проверить мою теорию, могу ли я просто его сейчас забурить. Крякин, иди сюда. Крякин. Сволочь. Блин, я ради Крякина пришел сюда, на битву честную. А он что творит? Взял и убежал. Ё-моё. Ладно, будем искать большого Крякина. Маленькие сыканули, видимо, и улетели. Маленькие сыкунята. Тикс-тикс-тикс. Что там есть? Что там прячется от нас? Крякин! Крякин! Иди сюда, Крякин. Я угощу тебя буром. Крякин! Ай! Нифига у меня такой... Я прям четко ему на конус. Обалдеть, попал. Вот гад, а, что творит. Крякушка. Крякушка-бякушка. На тебе, сволочь. Че, нравится, да? Нравится? Получи. Что-то, по-моему, не сильно, да я... Царапаю. По мне. Вообще нифига, считай. О! Зато ножом можно срезать, хорошо. Черт, он заря. Идеально. Я убийца Крякинов. Что такое, Крякин? Тебе не нравится? По-моему, все хорошо. Вот и все. Бедный Крякин. Крякнул немножко. Хуже этот Крякин. Больше страстей и мордостей из себя выдавал. Тупо ножом его зарезал. Аданака. Поехали вниз. Все, больше не будем тратить время на Крякина. Да, с крупными вообще удобно. Реально ножом просто можно зарубить. Это еще учитывая тот факт, что у меня не самый лучший нож. Он, по-моему, стальной у меня или железный, я не помню. Вот, а есть еще ножи, кстати, которые обладают эффектом отравления и прочей фигни. Вот это, конечно, вообще тема. Это Крякин, не Крякин. Но я смотрю, у него, получается, внутри желудка тоже были какие-то ништяки. Прям как у кита, только... У этого в панцире находится, у того поверх.
Ребятки летят. Гадюшники. Не, ребятки, я с вами драться не буду. Вы хитрожопые, в маске находитесь. А я так не играю. Так нечестно. Так. Тихо-тихо. Сейф. Делаем контрольный сейф. Ага, справа. Собственно, вместо троечки. Мало ли что произойдет, какие косячки. И входим в сектор. Фу, сейчас узнаем, что нас ждет. Ё-моё, здесь очень жарко. Я бы даже сказал, невыносимо жарко. Так, мне кажется, надо ниже опускаться. Странно, что никакой лавы нету, которая бы у нас летела. Опа, вот оно ядро. Ядро-то есть, а где вход в него? А вот и вход, по-моему. Кажись. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Просил, да, получай. Ёшки-матрёшки, нифига себе, что творится. Опасные ништяки летают. Так, маленечко даже двигатель попал, офигеть. Вот это да. Вот это ништяк, так ништяк. Обычный сейф. И на удачу нужно как-то спрыгнуть так, чтобы не попасть в эту фигню. Вау. Мне должно сейчас, по-моему, как внутрь дотащить, если не ошибаюсь. Да. Окей. Металлический. Все из металла. Его можно порубить отсюда. Или нельзя? А, нет, нельзя. Получается, в камеру с боссом нельзя просто так попасть. Держи вкусняшку. Странно, почему все из железа? Самый надежный металл в этой игре. Хоп. Понравилось? Я знал, что понравится. Так, надо босса искать, короче, не тратить свое драгоценное время на эту фигню. Но хода нет. Блин, тут тоже нет. Да ладно тебе башкой биться, аккуратно так. Сюда. А, вижу. Все, тоже вижу. Так, там нет. Пока. Ого, нифига себе, она опасная. Что говорит? Так. Угу. Таким способом есть хорошо найти, да? Проход. Thank you.
пока здесь можно, да? Ну, отлично. Хоть где-то можно. Так, тупик. Так, там тоже тупик, я отсюда вижу. Ништяка, чувак. Вау. Там ловушка типа была. Мантии, чуваки бегают, крутые. Я тебя ножом заковыряю, несчастный. Опасная хрень. Называется спрятался. Дефейбился. Так, смотрим, что у нас еще есть тут. Такие комнаты, которые я еще не исследовал. Комнат немало. Дерьмо. Сдохни. Ух ты ж. Фуф, вот это лабиринт, а. Однако. Уходи, ломай, не хочу. Везде, как минимум, хотя бы надо одну дырку сделать, чтобы посмотреть, что там внутри. Например, здесь. Я знал, что это за дерьмо. Я тут был. Бабах. Хе-хе. Обмануть меня решил. Сейчас. Блин, куча больших комнат. Чем хорошим, ничем хорошим они не звучат. Я ж молчу о чем-то добром. Вау, какая болючая. Тихо, тихо. Вау. Ха-ха.
Отстой. Големы, отстой. Тем более их две теперь. Теперь их три. Если я попаду, это будет шандец. Пока. Опять эта хрень. Держи, несчастный. Надеюсь, тебе понравилось. Так, там вверху типы еще бесится. О, господи. Вот это трэш. Да погоди, погоди ты, шметь раньше времени. Сэймси. Блин, дебильный лабиринт. Думаю, гадай, где проход. Сейвимся. Бедные аж текстуры не прогрузили до конца. Опа. А вон засранец. Так вот ты где, кусочек. Все, ребят, теперь точно эпик. Самое что смешное, он прям со своим походу креслом сюда приперся. Я такой, я не знаю, куда бы я ни пошел, но кресло всегда со мной. Чего? Это ты? Ты опоздал, потому что я сейчас всех вас замочу. Да-да, конечно, размечтался, чувак. Че такой дерзкий стал? Летаешь? Вау, парень крутой. А ты чё такой крутой? Парнишка лохматый. Кучерявый с бородой, да? Мяу. Держу, несчастный. Уф. Сдохни ты уже. Так. Небольшой перекур. Поехали. Если он еще и поглощает мои патроны. Он вообще наглый. По-моему, когда ты сидел на своем троне, это было гораздо меньше, чем сейчас. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде бы так и было. До него патроны вообще мои долетают, нет? Ощущение, что я пустую фигачу. А тебе давно потом... Ай! Ай, ой! Тут все с ним поломали. Все, что можно и нельзя. Блин, мне надо что-то подпрыгнуть. Вообще отстой. Мега отстой. Босс такая же фигня, как в этой хрени. Блин, ноги отсоединились. От туловища отдельно. И чё, их тоже надо бить? Ноги.
Ктулу еще не лучше. У мамы сейчас все банки потрачу. Чтобы патрона хватило. Банки, это хрен с ним. Блин. Фух. Большой перекур, сейф. Фух. Это будет эпично. Поехали. Ты где там? Получай, говнюк. Ну уж нет. Ай! Это было больно. Черт, я надеюсь, во время квиксейва у него не обнулятся жизни. В том плане, что не восстановится. То придется по новой бить. Считай, набивать. Бум. Вроде бы пока нет. Хотя хрен его знает, у них показателя жизни такового нету, я не знаю, сколько у него хп. Может, они и восстанавливаются, может и нет. По-моему, его ноги гадят чем-то ядовитым. Боюсь приполосить, через что выходит этот ядовитый непонятный дым. Тебе гаёныш. Блин, он лечится. Только сейчас понял, что он когда так стоит, он так лечится. О. Секунду, что-то не врублюсь. Если он так лечится. Где он, вонючие ноги? Да, в натуре он так лечится. Даже себе ноги его убил. Тоже хорошо. Сейчас будет эпик. Потому что Вонька ко мне пошла. Чай говендыш. Бом. Так. Что же делать? Этот кусочек непонятности начинает лечиться. И как-то надо по-хорошему с ним. Вау, взаимодействовать. Желательно так, чтобы он меня не грохнул. Он берет из соседних. Блоков железа себе хпшки. Тем самым воскрешая себе. Да я уже понял. Единственное, что мне приходит в голову, приманить его куда-нибудь на нижние этажи. Дабы минимизировать количество металла, которое он получает. Полегче, парень. Что творишь? Вообще зверел. Чувак, мне так на тебя банок не хватит. Понимаешь? Ты сам будешь обижаться, что на тебя банок не хватило. Говендыш. Блин, так как же я его убивал, этого говнюка уже? Вот не помню как. Блин,
нормальный банок, где же бы хватило. Да и патронов. Понятия не имею, насколько это успешно по нему попадает, но остается только надежда, что хоть как-то. Может, хватит стоять в непонятном состоянии, чувак. Начни хоть какой-то бой со мной. Текс. Ну, пофиг, он все хилится и хилится. Интересно, добывает столько железа. Тут уже все ободрано, все, что можно только было ободрать. Так, а если его попробовать зафигачить этой фигней? Вроде за мной еще поплыл. А, интересно. Там есть этот, получается, амулет. Может, амулет надо уничтожить? Или что это? Непонятно, вот эту штуку. Попробовать разломать. Может, как вариант. Может, в этом и кроется победа? Блин, не помню. Нет, по-моему, не вообще не его разрушаю. Стопудово. Пока. Так. Нужно его отвлечь. Вариант это сюда уползти. Пусть сам ко мне идет. Да ну его, гоняться за ним. Алмаз. Офигеть. Нет, это не работает. Мне придется биться с ним. Все активно жрет местные эти камни и железо. Троглодит. Самое смешное, что я его практически никак не бью, но он ест и ест. Скоро мне не на что будет опираться, чтобы убить. Но так уже ничего не осталось. И он последнее разрушает. Ауч. Так, ладно, ребят. Есть у меня одна идея. Сейчас мы быренько сделаем грязь. Засранец сейчас застопорится опять. Только и будет делать, чтобы нас фигачить. Такс.
Собственно, ребят, пожалуй, здесь я закончу, и уже в следующей серии будем с ним дальше продолжим биться, потому что, блин, я не знаю, сколько мне еще с ним мучиться. Вот, так что ждите еще одну серию. На этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, вам понравилось, не забывайте подписаться на канал, всем пока-пока.